каждый член нашей семьи по-своему уникален. Нет! Только не моих личинок. У отца добрая душа и сердце ковбоя. А мама считает себя ученым-натуралистом. Каким образом они полюбили друг друга, для всех загадка. Разные, как день и ночь. А вот моя сестра Грейси, мечтающая стать звездой. И я, Тиэс, одаренный ребенок и естествоиспытатель. Ну и еще есть мой брат-близнец Лейтон. Сорвиголова. Т.С. Пивит, твое изобретение получило престижнейшую премию Бейлорд. Вау! Они считают, что я взрослый. Далекий путь пугает, но делать нечего. Завтра утром я еду в Вашингтон. Фильм Жана Пьера Жене. Дорогие родственники, я вынужден отъехать по работе. Не волнуйтесь, я не пропаду. Аккуратней, малыш. Алло, Диэс? Я не знаю, что ты ищешь, но ничего не меняй. Иди своим путем. И удачи тебе. Вас ждет. Никто не знает, что я сделал. Никто не говорит об этом. Невероятное приключение. Ты не виноват, Диэс. Ты не виноват. Господи, я не могу поверить! Он в телевизоре! Т.С. в телевизоре! Весной в кинотеатрах! Дамы и господа, Т.С. Пивет! Невероятное путешествие мистера Спивета!